Доброе утро. Сегодня 8 августа, понедельник. У меня контрольное взвешивание. Сто шесть, 300. Фиксируем. Так, прошлой неделе вес был 107 400, сейчас 106 300. Пишем вес 106 и 3. Так, за прошедшую неделю потеря веса составила кило 100, а все вместе 62 килограмма 200 грамм. 62 и 2. Все отлично, я очень доволен. А завтра, послезавтра будет только 7 месяцев, как я на этом питании. И уже 62 килограмма минус. Я очень рад. Всем добра и здоровья. А я на работу собираюсь.